Встреча с аутсайдером чемпионата «Слонимом» 2017 для новополоцкого «Нафтана» прошла не так, как ожидалось. Уже с первых минут новополочане имели прекрасную возможность обыграть «Слоним», но мяч в ворота не шел. Сначала гол был забит из положения вне игры. Затем у команды был ряд перспективных моментов, но реализовать их не получалось. Мяч шел то выше ворот, то мимо цели. В итоге подтвердилась футбольная истина – не забиваешь ты, забивают тебе. Ситуацию исправил Искандар Зарабеков, сравняв счет с пенальти. А спустя 6 минут форвард «Нафтана» вновь праздновал успех. Больше в этом матче «Нафтану» забить не удалось. А вот гости постарались и уже ближе к концу встречи сравняли счет. Стоит отметить, что в этот раз игру из-за перебора карточек пропускали Дмитрий Томелло и Павел Рассолько. «Нафтан» сейчас находится на 8-й строчке турнирной таблицы с 15 очками. Любовь Савко, Андрей Князюк, «Саммит Плюс ТВ».